Доброе утро, с вами я, Геннадий Брусенский. И каждый раз, возвращаясь на родину из далеких просторов российской земли, когда видишь сие грандиозное гидросооружение, понимаешь, все, путешествие закончено, ты дома. Ты дома, на родине. Ну, здравствуйте. На Дерипасовской снимается. Светит, я буду как бы это стоять. Можете помахать ручкой. Помахайте ручкой. Здравствуйте все. Я на всех фотографиях машу. Ну и молодец. Это, скажем так, видео. Да, все. Вот, родственники попались. Круто, ты уже фотографировал. А толку никакого, хоть бы одну фотографию. Кого это ты там выкидываешь?
Сейчас вот вас фотографируют. А я хотел уже красиво. Наган доставать. Я думаю, что ты на поле пристаешь с какими-то там с пулеметом. Хотел уже обстрел делать. Кума, вот. Имею право. Не, ну я же далека тебе не нужен. Я думал, ты с каким-то... Я думал, ты с пистолетом с каким-то. Думаю, сейчас я его завалю. Заказали ролик. Кто?
про ваш город Солнечнодольск, жители его. А детей вы в школе зачем снимаете? Ух ты, злой какой.
земляки на месте, самое главное. Пчеловоды. Будете смотреть себя в фильме. Меня интересует сало. А их мясо свежее. Этот кадр для Жанны Михайловны Сысоевой в Питер передам. Ах, какая красота осенняя. Вот тут она проживала. Одноклассник Сергей Монастырев в этом дворе рос, сейчас проживает в Уренгое. Привет, Серега, смотри свой двор. Thank you.
Какая красота, какие запахи у вас тут. А у меня, у знакомой сегодня день рождения, вот я зашел у вас цветочек красивый купить. Ну, пожалуйста. Что-то вы хотели? Может быть, шкатулочка? Вот такая для тебя написана. Я понимаю, все у вас красиво, но мы сейчас выберем хризантемы. Давайте штук 5 разненьких таких красивеньких. А то она говорит, на работе грустно. Сейчас мы ее развеселим. Таечка, иди сюда, пожалуйста. Ну зачем я сказала? Мама может. Какие вы тут мне посочувствовали? Вот это да. Вот я тебе сочувствую. Сюда, сюда, мне это будет. Таечка, а все слушайте. С днем рождения. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ТВО. Сколько побыл, звонит, пришли деньги. Многие же люди, кто здесь вырос, живут по всей России. И им довольно-таки интересно, что здесь происходит. Вот попросили осенний. Если это только так. Красота-то какая! Как не снять такие кадры? Thank you.
Вот эту елочку я с севера привез. Махонькую, махонькую, какая она уже мощная. Верный пес. Булат. Да, Булат?